Как построить очень хорошую ракету за буквально 15 минут? Ставим вот так, так, потом ставим так, потом ставим вот так, потом ставим так. Это какой-то спидран по собиранию ракеты. Потом ставим так и так. Теперь копируем, чтобы долго не мучиться. Ой, неровно поставил. Самое главное, если вы делаете большие детали, смотрите, что все было ровно. Потому что когда вы будете запускать ракету, она может как стоять не под тем углом. Так, ставим так. И потом ставим так, копируем и вставляем так. И что это самый новый Spaceflight симулятор. Поэтому тут есть вещи, которые вы можете... Которых, может быть, не может... Которых не будет в ранних версиях. Простите, просто запутался. Я просто так быстро делаю ракету. У меня язык заплетает. Так, в общем. Что потом вы делаете? Потом вы берете этот... Так. Ой, так. Так, обязательно следи за массой. Так. Теперь ставьте перегородку. И берете вот три таких. Потом ставите вот так. Ой. Как-то не так получается. Ну ничего. Ставим так. Ну и ставим сюда колпачок, конечно же. Ну, колпачок с космонавтом. Блин, почему у меня язык заплетается? В общем, убедитесь, что у вас все хорошо. Вот как у меня. Вот ничего хорошего. Engine ставим вот так. Ставим сюда максимальную массу, которую можете сюда впихнуть вообще. Ой. Ой. Что вообще произошло? В общем, технические неполадки. Ну и все, ваша, точнее не ваша, ну, давайте испытаем ее, будет ли, хотя не, подождите. Вам нужно еще кое-какой штрих запомнить. Это в том, что вам еще надо подцепить отделители. То есть боковые, если точнее, боковые отделители. Вот видите, например, у вас тут не так симметрично. Потому что ракета должна быть абсолютно симметрична. То есть даже Илон Маск делает абсолютно симметричные ракеты. Но даже он знает, что если ракета будет несимметричная, она не взлетит, как бы. Печально это не звучало. Смотря на то, что это игра... Все равно лучше так не делать в реальной жизни. Так вот, мы построили ракету ровно за 3 минуты, хотя я подумал, что я ее уже построил не знаю за сколько. Давайте ее запустим. Посмотрим, будет ли летать она или нет. Так, запускаем этот. И 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, пуск. В общем, произошло то, что я и ожидал. Она не взлетела. Давайте исправим это. Блин, музыка началась. Придется перекрикивать музыку. Так вот, ставим вместо этого сюда такое, точнее, отодвигаем. Ай, да. Музыка надоедает. Причем, когда ты видео снимаешь. Так, все, лаунч. Все, музыка не поет. Так. Включаем двигатели и... 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, пуск. Отлечу подальше, чтобы с вами можно было говорить. Так вот, она взлетела. Ну, можно от нее отсюда наблюдать. Давайте немножко увеличим скорость. И вот она летит побыстрее. Обязательно следим за топливным баком, потому что он может закончиться в любую секунду, особенно когда вы на большой скорости, точнее вы поставили тайм-ворп. Ну так вот, уменьшайте. Делайте пошаговое отцепление. Видите, не идет. Не бойтесь, у вас очень большая скорость, поэтому полностью закончится она не может. Поэтому в конце концов она будет все-таки ее толкать. Кстати, я заметил, что чем больше двигателей, чем больше ревет ракета. Например, я сделал 600-метровую ракету, которая где-то логично 600 деталей. И эта ракета, вот, если понимаете, и эта ракета шумела так, что я даже не видно аж отсюда. Для меня, вот я сейчас приглядываюсь, это всего лишь 6 пикселя. То есть я же на дисплее смотрю. И для меня это как 4 пикселя. То есть представьте 4 пиксельную ракету. Смогу ли я ее уменьшить? Я ее уменьшил очень. Так, все, закончилось фуэл. Ну и отцепляем. Теперь можно просто ставить большую скорость и смотреть, как она падает. Вот это самый главный момент. Тут надо... О нет, по-моему, случится то, что я всегда ненавижу. А нет. То есть иногда я разгоняюсь... Иногда разгон у меня становится таким большим, и вес ракеты тоже не маленький,
что она просто со скоростью 7000 метров в секунду падает на Землю. И представь себе, в этом эксперименте участвовало 6 капсул, то есть 6 космонавтов. И представьте, все они выжили. Надеюсь, если бы это было настоящая ракета и настоящая такая бы была экспедиция, думаю, им бы в этот день не повезло, потому что, представьте, 7000 метров в секунду. То есть, если вы проходите 1 метр в секунду, представьте, что 7000 ваших шагов в секунду. Представьте, 7000 шагов в секунду. Это, наверное, скорость флэша. И представьте, на такой вы скорости врезаетесь в стену. Хоть вы в машине, например. Вы на этой скорости врезаетесь в стену. Если так посчитать, что 7000 метров в секунду, это 7 километров. То есть вы пройдете 7 километров в секунду. Это уже не шутки, так как скорость света это 2 миллиона метров в секунду. Ну окей, я немножко уже отдалился от темы. Так вот, хочу сказать, что космонавтам не повезло, но капсулы выжили. Думаю, некоторые космонавты тоже выжили, но получили очень серьезные травмы. Может быть, только после этого они и не выжили. Да, такие трагедии с ракетами очень часто встречаются. Ну, слава богу, моя капсула приземлилась очень хорошо. Произошла мягкая посадка, так как я поставил парашют. Кстати, если без парашюта ставить ракету и поставить на кнопку пуск, там выйдет предупреждение, что у вас нету парашюта. Или, например, теплового щита нету. Вам выйдет предупреждение, что типа у вас нету теплового щита. Конечно, можно пропустить, но у вас случится какой-то казус. Или можно поставить тепловой щит. У меня раньше случалось такое много казусов, потому что я был еще не такой хорош в Spaceflight симуляторе. И причем даже в старой версии, в новой версии я только вчера начал играть. Только вчера закачал. Я раньше не знал, как ставить тепловой щит. То есть, серьезно, не знал, как поставить тепловой щит. Поэтому у меня случались инциденты. Когда моя капсула перегревалась, ну и взрывалась. Ну, в общем, я вам показал туториал, как сделать ракету. Но еще я объяснил программу 5 класса. Или, может, даже 6. Но, думаю, надо уже попрощаться. Потому что все я вам объяснил, показал. И больше ничего объяснять и показывать нельзя. Поэтому всем пока. С вами был Daniel DDD1. И все. Ну, как бы, что мне еще сказать?